Привет, друзья! Вот в таких домашних условиях я чищу леща, вот взял пакет и потихоньку начинаем его чистить. Сегодня буду готовить его на костре, на садже. Будет суперский маринад. Смотрим! Ну все, я готов к труду и обороне. Погнали готовить. В общем, понадобится. Здесь у меня два леща таких нормальных. Две луковицы, черный перец, два чеснока. Здесь лимончик, здесь укроп, здесь соевый соус, маслица, мука, конечно. У леща обязательно убираем жабры. Я оставляю плавнички, так как я обожаю потом их смаковать плавничками. Ну и, соответственно, на спине делаем надрезы. Вот такая гармошечка получилась. Это... С другой стороны также делаем. Поделю его на две части. Нарежу лучок, рыбу поперчим, отправляем лучок, соевый соус сюда же, растительное масло и все тщательно перемешиваем, уже аромат стоит. Дадим помариноваться минут 20. Пока рыба маринуется, приготовим соус к нашей рыбке. Чесночок порубим мелко. Отправим его к укропу и выдавим сюда лимончик. У меня пол лимона. Погреем руки. Все-таки минус 25. Ставим сковороду садж на костер. Даем масло. Масло побольше. Рыбу освобождаем от лука, в муку ее и на садж. Красота!
Обожаю плавнички. Друзья, сегодня готовили лещей на садже. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Андрюха Байкал. Приятного аппетита. До новых встреч. Встретимся у костра. Пока-пока.